Здравствуйте, друзья. Приехал я на рыбалку. Это северный берег Финского залива, поселок Молодежное. Напротив магазина я повернул детскому оздоровительному лагерю «Заря». Подъехал, вот есть бережок прямо рядом. Парковки там нет дальше. Там кто-то поставил просто машину, воткнул. Ну, я бы мог за ним поставить. Ну, вдруг он раньше придет и будет тут нервничать. Да и меня может кто-нибудь точно так же подпереть. Тогда я уже буду нервничать. Так я тут с краешку встал напротив ворот. Я вчера сюда приезжал. Вчера никого не было ни здесь, ни на заливе. Но я вчера дошел до залива. Меня ветер так поднял, развернул и опять машину запихнул. Вчера ветродуйка-то был в конкретной такой, порывы хорошие. Я поехал на Черную речку. Черная речка вся вскрылась. И бетонный там вот этот волнорез вдоль него вскрылась. Ну так, кое-где лед лежит на берегах. Ну, есть и без снега уже берега, там солнышко где пригревало. На перекате там форелечку вот такую поймал. Пустая еще Черная речка, надо тепла ждать. Тепло пойдет, и рыба тогда будет заходить туда. Сейчас она может где-то крутится тут. Вот мы сейчас, я ее и хочу половить, которая крутится. То есть она уже подошла, время-то ей уже поджимает. А в речку не заходит, потому что холодно еще. Она здесь где-то лазает. Сейчас будем искать. Ладно, встретимся на льду. Идти просто отлично. Вчера была плюсовая температура, сегодня подморозило. Но у меня кошки взяты на всякий случай. На ноги. Вообще погода отличная. Ветерок западный, юго-западный. Так, тучки есть, но они уже прошли. Ну и там тоже есть. И сейчас солнышко. Будем сейчас радоваться. Красота. Что-то есть. О, ёршина какая. Это ёрш. Левский. Отличный ёрш. Из этого семейства окуневые, то есть ёрш, окунь и судак. Ну и смесь окуня с судаком, бирж. Ёрша самое вкусное мясо. Ну и больше всего костей. Вообще они все вкусные, судак и окунь, и бирж, и ёрш.
Вообще такое пренебрежительное отношение к ершу. Из-за того, что в средней полосе он часто вот такого размера, маленький. А здесь такие зверюги, что ничуть не хуже окуня. Вяленый ерш — это вообще отдельная тема. Я вкуснее вяленой рыбы не ел никогда. Да еще с икрой. Мясо у него темное такое получается. И оно не пересыхает. То есть постоянно такое остается вязкое. Ну, ё-моё. Как уже эти автодозвоны достали, а? Ну, и тицкая ж сила. О, какая зверюка. А уха с ерша. О, песня, он икра у него лезет. Ерша надо вылавливать, потому что он икру жрет. Судак вот, судака в качестве ерша, как бы живец ерш хороший, но судак его жрет, потому что он икру охраняет свою. Лед какой хороший. Сантиметров Так, ловлю я на пучок мотыля. Так, ставлю пучковязом. Так, беру я. Беру мотыля. Так. Лишний стряхиваю. Беру крючок. Цепляю резинку и снимаю. Лишний в коробочку.
И по дну стукаем просто. Можно так стукать. Можно повыше. Течение сильно утягивает груз. Окунь будет на искусственный мотыль ловиться. Ну, Беркли там или еще другие. А ёрш нет. Ёрш он все-таки натуральную приманку больше ценит. Окунь тоже. Окунь, если в стае, то он, конечно, хватает, кто успел, тот и съел. А если по одному он единичный, то он тоже разборчивый. Не хочет на камеру. Только выключил, он клюнул, зараза. Ой, птицкая сила, еще тебя тут не хватало. Бельдюга. Вот. О! Эту резиночку можно повторно использовать. Половлю пока. Мотылька есть. Потом искусственно поставлю. А так на мотыля не любитель ловить, но для разнообразия можно. Леску слишком тонкую нельзя, хотя бы 0,2, потому что путаться будет. Да и незачем на такой глубине, здесь 9 метров глубина. Зачем тут тонкая леска, тут тонкая леска.
Странно, корюшки совсем нету. Хотя бы единичные это должны быть. Я плотву вон ловил. Где там? Солнечный, по-моему. И то корюшка попадалась на 5 метрах. А тут все-таки поглубже. Ну там речка, там малая сестра впадает. А, в дибунах я ловил, в дибунах. Ой, в дюнах, тьфу ты, дибунах. В дюнах я ловил. Там малая сестра впадает. Она к речке подошла уже, мелкая корюшка. Ловили кушка, ерша. Сейчас пройду туда, хочу к Черной речке подойти. Там посмотрю, может, корюшка подошла. Она бывает в это время подходит к Черной речке. И нет, если корюшки нет, да на плотву посижу, там тоже плотвичка ловится. Пойду, да погреюсь. Тут так ветерочек такой. Прохладненький. Мороз так и не ослабевает. Где-то минус один, минус два мороз. Ну хорошо, лед хоть не скользкий. Так, ну вот, пришел. Вот камушки такие. Луночки, кто-то тут сидел и сел на чью-то луну. Там ходит тоже пара человек, как я. Они даже не садятся. Так стоит почти. Там воздушные подушки, катер или аэросани. Ну ладно, сейчас здесь и полазим. Если корюшки нет, плотвичка-то должна быть. Ну как, не должна, но может. Поищем.
кивок потолще поставь. На этом кивке поклевку не видно. Поклевку не видно ни на каком кивке. Вот. Такая поклевка, что ее чувствовать надо. Бывает хорошо клюет, а бывает стоит, качает так чуть-чуть. Меньше миллиметра ход. Даже не по кивку, а по леске. Для залива маленькая, для озера очень даже неплохая. Так, надо опарыш поменять. Такие вот опарыши обсосанные лучше не оставлять, она дергается кончик. Ой, хорошее что-то. А, забагрил. Блин, думал, крокодила какого-то тащу. Зараза. Завязался узелок. Да что такое? О! Есть. Ай. Так. Thank you.
посадить. Сейчас бы в кучу были собраны обе. Не знаю, как на две удочки ловить. Я на озере видал. В одну лунку две удочки умудряются опускать. Да и зачем? Ну, если клюет, так она и на одну клюет. А не клюет, хоть 10 поставь. Только перенасаживать будешь. С насадками там, тогда можно несколько поставить удочек и посмотреть, на какую насадку лучше ловится. А потом уже, когда ты выбрал насадку, и нафига вот эти вот. Мотылька, опарыша.
поймал. Ну, так и неплохо поймал, что окушки, плотва. Такая крупненькая есть. Нормально. Я считаю, хорошо. И ершей еще вот с килограммчик, наверное. Я их отдельно кладу, ершиков-то, потому что сопливые, всю рыбу соплями забабахают. Ну так, хорошо порыбачили. Погодка замечательная. Ну, небольшой ветерок, тучки. Нормально. Лед хороший еще, сухой. Еще можно походить на рыбалочку. Ладно, друзья, всего хорошего. До свидания. Вот здесь с Полячков ручей попадает в залив. Здесь вот река Черная. Вот там размыта, как метров на 100 уже в залив размыта. Это вот санаторий Черная речка. Небо как в Симпсонах.